Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вместе с вами отправиться за новой сумкой. В Инстаграм я проводила опрос. Я выбирала между Фурла и Майкл Корс. И большинство проголосовало именно за Майкл Корс. Так что именно туда мы сегодня и направляемся. Надеюсь, вам будет интересно. Так что пойдем выбирать сумку вместе. Я уже в магазине. Есть такие вот сумки разные. Красивая обувь. О, вот это очень красивая. Смотрите, какая интересная сумочка. Какая классная. Светлая и плюс такие яркие вставки. Офигенная. Вот еще сумки с новой коллекции. Эти уже немножко поменьше, немного другой дизайн, но тоже очень симпатичные. Есть классические варианты, такие узнаваемые. Вот на веку красивые. Также здесь есть сумочки и со скидками, по 60% скидки. Еще очень крутая вот эта вот коллекция. Вы посмотрите, какой здесь принт классный. Очень такие вот сумки для путешествий. Есть такая вот маленькая. Тоже очень симпатичная. Такая вот классическая. Вы только посмотрите на эту красотку. Вау. Офигенно. Но она такая, конечно, яркая. Парадно-выходная, я бы сказала. А вот сумочки, которые мне по душе. Это вот такой вот вариант. Очень красиво. И вариант побольше. Так, еще есть вот такие вот большие сумки. И вот такая вот сумочка. Ну, я, наверное, плюс-минус уже понимаю, какую я хочу сумку. Да. Мне очень понравилась эта сумка. Мне принесли ремешок. Вот так выглядит ремень. Я сейчас ее померяю. Смотрите. Мне кажется, она офигенная. Только посмотрите. Суперская. И можно регулировать ремешок. Вообще классно. И вот так носить тоже можно. Еще мне очень понравилась вот эта сумка. Смотрите, как она на мне. Тоже такой. Но это более элегантный такой вариант. Очень здоровский. Даже не знаю. И выглядит супер. Есть поменьше. И пока вот большая, тут цепочка, можно вот так вот двойную цепочку сделать, а можно сделать так вот одну. Или же выбрать более вот такой вот классический вариант, такую вот бордовую. Тоже бордовая классная, сейчас для зеркала покажу. Вот так выглядит бордовая. Такая вместительная. Тоже хорошая. Мягенькая. Естественно, тоже идет ремешок, все дела. Тоже красиво. Еще увидела вот такую модель. Необычную. Тоже красивая. Смотрите, какая здесь ручка. Цепочка. Вот так. Вот эта сумка тоже классная. А еще здесь есть сумки, которые у меня уже есть, только тут нет такого цвета, как у меня, тоже на таких цепях. И мне кажется, у меня размер поменьше немножко. Я тут уже подхожу на кассу, вы посмотрите, вот это, вот какая красивая красная сумка. Очень красивая. Очень-очень. Тот, кто любит стразы всякие, то красивая очень сумка. Есть еще клатч такой вот. Он более сдержанный. Есть разные цвета. Вот есть такой вот бежевый и еще в черном цвете.
Все, покупочка удалась, так что я с пакетиком выхожу и уже дома покажу вам распаковку. И вы узнаете, какую сумочку все же я выбрала в итоге. Ну что, мы уже приехали домой, и настало время показать, какую же все-таки сумку я выбрала. Сделаю такой анбоксинг полноценный. В общем, в магазине Michael Kors, естественно, пакетики именные. Такие вот пакетики, внутри написан сайт магазина. Дальше у нас идет пыльник, в котором, соответственно, и находится сама сумка. Также еще в пакете чек и гарантия. Гарантия на эту сумку магазин дает 2 года. Берем пакет, чтобы он не мешал. Пыльник полиэстер 100%. Открываем. И сейчас вы увидите сумку, которую я выбрала. Та-дам! Вы посмотрите на эту красотку. Это сумка модели Манхэттен называется. Это 100% итальянская кожа. Это новая коллекция. Вообще сумки Манхэттен есть различных цветов, но в магазине вот стояли именно вот такие. Я клюнула. Мне очень понравилось дизайн. Здесь металлическая такая радужная фурнитура и идет неоновая радужная отделка. Тоже выглядит просто потрясающе, мне кажется, весна, лето. Эта сумка может стать ярким акцентом в образе, потому что она самодостаточная, такая яркая, вызывает внимание. Давайте ее откроем. Тут такой замочек, нужно поднять вот эту вот часть, и вот так снимается крышка. Чем хвалится эта модель сумки тем, что Michael Kors сделали дополнительный такой кармашек для любого смартфона. То есть сюда поместится любой телефон, и таким образом удобно открыть сумку, и телефон лежит в отдельном кармашке, не царапается об ключи и остальные аксессуары, которые вы носите в сумке. Не знаю, удобно это или нет, но если смотреть в плане безопасности, то очень даже хорошо, потому что этот кармашек закрыт, и, в принципе, достать оттуда телефон, не открывая сумку, нереально. Но, кстати, смотрите, с обратной стороны сумки ничего нет, просто гладкая сторона, без всяких кармашков. Открываем. Здесь в наборе идет ремешок, который прицеплен к замочку. Этот ремешок для того, чтобы вешать сумку на плечо, через плечо, он регулируется, и он в таком же дизайне, идет неоновая отделка и также фурнитура радужная, очень-очень даже симпатичная. Так, я первый раз делаю распаковку сумки, я не знаю, что делать. Что у нас еще здесь идет? Каждая мелочь, каждая вот эта вот штучка, все заклеено такими вот защитными мягенькими такими штучками. Так, достаем наполнитель. Кстати, наполнитель очень аккуратненький, потому что я, допустим, не люблю, когда покупаешь дорогую сумку, а в ней просто напихана вот эта вот бумага непонятная. Вот, аккуратненько вставлено все, как положено. Сумка внутри выглядит вот таким вот образом. По обе стороны есть карманы. С одной стороны карман на замочке, с другой без. Но это предполагается туда убирать какие-нибудь визитки, карточки, что-то такое мелкое. Я обычно в такие кармашки убираю чеки и мелочь. А здесь же есть этикетка. Вот она, прицеплена. И внутри подкладка Michael Kors, и очень красиво выглядит, такого бежевого цвета, вот, чтобы было видно, вот такая вот подкладочка. Касаемо кармашка, который предназначен для мобильного телефона, здесь тоже такой вот аккуратненький наполнитель, все в инициалах бренда, и все, уж ничего нет. Вот такой вот пустой
кармашек, довольно большой. В этот карман поместится любой смартфон, как по мне, даже если у вас Samsung Note какой-нибудь такой гигантский. Или же если у вас iPhone Max, тоже сюда поместится. И что еще мне понравилось, что этот карман сделан таким довольно большим, что если вы, допустим, носите телефон в чехле, чехлы бывают разные, есть силиконовые, такие громоздкие, большие, и в чехле отлично помещается сюда телефон. Слушайте, прям как литой, видите? Здорово, классно. И помимо телефона сюда можно еще что-нибудь положить, потому что места предостаточно. Так, сумочка. Блин, я в восторге. Очень-очень классная сумка. Ручка. Все заклеено, все так красиво оформлено, все аккуратненько, чтобы нигде ничего. Вот тут вот можно снять вот эти вот защитные штучки. А теперь я вам сейчас объясню, почему я не снимаю вот эти вот все этикеточки с этой сумки. А давайте я начну с предыстории. Те, кто следит за мной на влоговом канале, знают, что совсем недавно у меня украли сумку в центре Барселоны. Кстати, если вы будете в Барселоне, носите свои сумочки прям вот так, никому не давайте и нигде их не оставляйте, потому что не успеете оглянуться, сумку у вас запрут. Не будет ни сумки, ничего, что лежит в ней. Вот, и знаете, я очень расстроилась, у меня на тот момент была сумка Marc Jacobs, она была новая, я ее совсем недавно купила, я ее очень давно хотела и, в общем, короче, попрощалась я с этой сумкой. И так вот, когда я переварила всю эту ситуацию, мы сидели, обсуждали с моим мужем все, что произошло, и нам пришла такая офигенная идея. Я хочу разыграть эту сумку. Я хочу эту новую сумку, которую я выбирала для себя, я хочу подарить одной из вас. Мне кажется, это супер идея для тех, кто любит сумки, так же, как и я. И мне кажется, вот первую сумку, которую мы хотим разыграть, это будет именно эта сумка Michael Kors Manhattan. Она офигенная. И чтобы выиграть эту сумку, вам нужно будет сделать совсем мало условий, прям минимально мало. Как стать участником этого розыгрыша и победить и получить эту сумочку, я напишу в описании под видео, так что обязательно заглядывайте, будьте внимательны и выполняйте все условия. Их очень мало и они очень простые. Знаете, после того, как у меня украли сумку, я в первую минуту, конечно, была в шоке, я не поверила, я думала, это какой-то розыгрыш. А потом я просто осознала и поняла, что эта ситуация зачем-то произошла в моей жизни. Это, кстати, в первый раз у меня украли сумку и все, что было в ней внутри. Вот. И знаете, я поняла, что это произошло специально, то есть не просто так, это был какой-то призыв к действию, и вот родилась такая идея покупать сумки разных брендов и разыгрывать, делать анбоксинг, показывать вам и в итоге дарить эту сумку моим зрителям. Я надеюсь, такого рода видео вам понравится, потому что все будет зависеть на самом деле от вас. Мы вообще придумали вот такую вот шикарную пирамиду, где мы потихоньку будем карабкаться до самой вершины брендов, и на самой верхушке, естественно, у нас сумка Шанель. Все зависит от вас. Если такие ролики вам будут нравиться, вы будете ставить лайки, участвовать в этих конкурсах, мы обязательно дойдем до Шанель и вместе сходим, выберем, купим и разыграем. А пока что давайте разыграем эту достойную сумку Michael Kors. И также следите за мной в Instagram. Там я буду тоже делать различные опросы по поводу брендов и по поводу моделей. Не пропустите.
что если кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Вот такая вот у меня идея. Я надеюсь, она вам очень понравится. Мне бы очень хотелось поделиться с вами этими сумками, этими брендами, вот покупать, обозревать, выбирать как себе и потом от всей души дарить победительнице. И я надеюсь, вы тоже будете радоваться вместе со мной, так что участвуйте обязательно. Где будут результаты конкурса? Результаты будут проходить у меня в Инстаграм, так что даже ради этого обязательно не теряйте мой Инстаграмчик, чтобы не пропустить, вдруг именно ты выиграешь эту сумочку. Поэтому я не буду снимать все эти защитные элементы этой сумки, вот обратно все вот так вот упакую. Скажу честно, я бы сама носила такую сумку. Возможно, я пойду и куплю вторую такую же, только уже для себя. Ну, посмотрим. Вот, но вообще сумка офигенная, и выбирала ее я как для себя. Ну что, девчонки, на сегодня это все. Я желаю вам удачи, обязательно участвуйте. Эта красотка полетит. Я не знаю даже куда, кто выиграет. В итоге доставка по всему миру, неважно, в какой стране вы живете, в каком городе, в каком поселке, я отправлю в любую точку мира, так что участвуйте, желаю вам удачи, еще раз повторюсь, что все условия конкурса в описании под видео, и это настоящая сумка Michael Kors, чтобы не было потом в комментариях, что вот подделка, нет, настоящая сумка, сходила в настоящий магазин, и я еще обязательно положу чек от этой сумки, таким образом вы сможете пойти в магазин в вашей стране, если вдруг что-то произойдет, этот чек является гарантией, и вам смогут ее, там, если вдруг что-то произойдет, в общем, гарантия будет. Все, огромное спасибо, что вы были со мной, и большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся очень скоро в следующем видео, и всем пока-пока!